всем, кто включил это видео, огромное спасибо, что зашли на канал, и хорошего вам дня. Я направляюсь на работу, сегодня воскресенье, но у меня такой полный рабочий день. Поэтому направляюсь в воскресенье на работу. Слава богу, буду не одна, будет Анютка. Это весело, вдвоем всегда веселее, хоть и клиенты у нас, но все равно. Что меня радует-то? То, что у меня идет отвес по лишним килограммам. Ой, я сейчас приду на работу и покажу себя. Прям рада. Ну что, я на работе. На работе я одна. Пока что волосы ветер растрепал. И почему я рада? Потому что худаю. Конечно, меня это очень радует. Тут еще одно зеркало. Потому что, когда ты бегаешь, конечно, не каждый день я бегаю, там раз через 3 дня, и считаю калории, и если нет результата, то это очень грустно. А когда результат есть, то это не может не радовать. Поэтому я и радуюсь. Сняла ресницы, непривычно. Так, все, надо убирать челку, как бы это симпатично не было с челочкой. Но, увы. Так, что я хочу? Вот так включить свет. Все. Ой, сегодня из-за ветерка у нас не жарко на работе. Все, буду переодеваться, садиться за работу. У меня какая красивая трава после дождя, зелененькая. Хорошая труда. Миша зашел за мной на работу. И мы решили зайти в Макдональдс, взять вкусняхи, сесть на лавке в скверике. Уже липа распускается и так пахнет. Я сегодня шла, прям балдела вот там вот. Очень вкусненько пахнет. Сразу хочется духи с ароматом липы. Тут или где-то там. В общем, сейчас сядем. У нас там целый мешок вкусняхи. Сейчас буду сидеть и смаковать. Привет, можно передать? Да передаваюсь, привет. Привет, Карен. Привет, Арман. А чё? Я расскажу. Миша. Всем привет. О, у меня нога разболелась из-за грыжи. Я прям чувствую, прям ноет нога. Я ее аж тяну. А, я себя уже показывала. Еще я собралась сегодня побегать. Вот сейчас нажрусь с Макдональдса еды. Пойду бегать и потяну. И знаете, сколько я калорий трачу больше всего? Никогда бегаю физически. Не знаю, как-то разболелась. А что ты прыгаешь? Я не прыгаю, у меня тянет. Забыли. Никогда я бегаю, я трачу калории. Когда я заставляю бежать Мишу и Елисея, Мишу мужа, их поднять невозможно. Они такие сказки рассказывают. Ну, особенно Елисей, ему и не в чем. И зачем, говорит. И это не помогает. И что еще светло. Потом через 3 минуты уже темно. Потом, что это ненормально, накушаться и бегать. В общем, это все. Но я сегодня хотела побегать. Как-то я не так сижу. Вот я заметила, когда ресницы делаю, я сижу как-то странно. А мне Марина говорила, как сидеть. Но я не буду это орить на камеру. Она говорила, хвостик, а что я не буду? Буду. Когда долго сидишь, если работа сидячая, хвостик надо назад отодвигать. Ну, как сказать, чтобы не сказать, что попень. Попень отодвигать назад. А, не могу. Тебя отодвигает. А? Ты не дает. Пуздро не дает. Пуздро, если опустить юбку и... Сейчас я сяду. Если вот так сесть, то можно сойти за... А так? Нет. Все, я кушаю. Мне приятного аппетита. Хочу еще пойти. Аленка раздратовала, прислала мне видео, как она ребрышки какие-то долго тушеные ест. Поэтому сейчас поем, пойду в сельпо, куплю ребрышек и завтра утром натушу перед работой. Это мой сыр, я сначала картошку фри хочу. Все, я кушаю. Мне приятного аппетита, у меня слюнки текут. Стоим с Мишей под сосною или под елью. Скупились немножко, но дождик застал врасплох. Так хотели пешочком пройтись. Но, увы. Сейчас пойдем на остановку. Дождь людей разогнал. Вообще хорошо, конечно. Свежо, да, сразу? Угу. Пыль прибивается. Угу.
Сейчас домой приду и завалюсь в кровать. Устала. Просто устала. Ну, клиенты нормально. Это работа, от работы устал. Вроде дождь притих, да? Пойдем? Не? Не, ну он может и сильнее идти. По такому-то можно идти. Так что мы пойдем. Думаешь? Прячу. Я вас прячу в сумку, чтобы вы не намокли. Уже вечер, я дома, Викусечка дома. Она сегодня гладила волосы, повернись. Гладила утюжком волосы. Здесь, конечно, красиво выгладила, но ничего ей не сделать с ее кучеряшками. Подержи, пожалуйста, так камеру на себя. Ага. А я говорю, дочечка, ты такая красавица, вот от природы. Природа сама сделала. Даже когда захочешь вот так вот уложить вот эту кучеряшку, посмотрите, это просто лучше природы захочешь, так не накрутишь. Вот оно прям идет, вот эта кудряха. Представляешь, ты как королева, принцесса у мамы. Глянь, какая мамина заюшка. Уже маму перегнала. А, люблю, прям соскучилась. Работаю 2 дня подряд, прям соскучилась. Еще завтра работаю, послезавтра работаю и в среду. А потом, как возьму много выходных, как пойдем с тобой маникюры делать. Угу. Молодец, кстати. Так, я дома, я устала, я иду купаться и отдыхать. Вообще, еще есть клубничка, сейчас поем клубнички. Дочь сегодня готовила ужин. Не ободрала еще ногти? Покажи. Нет, у меня один. У меня, кстати, на большом пальце заусенцы. Все, хочу к тебе прийти, но никак не приду в клуб. Дуся приготовила ужин вкусный, Дуся, от жары вот тут штуки такие, ты их не трогай. Давай я тебе их подвыдавлю. Не сейчас, я спать хочу. Давай, давай завтра не... утром. Нет. Ты до скольки собралась завтра спать? Вася! До 20:00. Угу. Устала? Угу. Нагоцалась? Угу. Была на подростковом? Угу. Ну и умничка. У меня так нога разнылась, не знаю даже, что с ней делать. У меня тоже ноги под... Доброе утро. Мальчики сидят, расколупывают какую-то штуку. Что это такое? Я сам не знаю, говорюш. Но с очень большим энтузиазмом и интересом. Давайте я помогу. Я люблю такое распутывать. Это как нитки для вязания. Помочь? Не надо. С вами вот такой прибор. Для... Знаешь, что там написано? Электролизисная система какая-то. Но зачем это? Что это такое? Хрен его знает. А загуглить? Чего не загуглите? Хрен его знает, как то кажут у нас. Мишку я таким увлеченным давно не видела. У меня отменилась работа, это немножко грустно. У нас опять перебои со светом. То есть у нас там... У нас страна дураков. Рассказываю в 2 словах. Стройка. Рядом с работой идет стройка. Эскаватором или, в общем, сильным таким ковшом перебили сильные мощные кабеля под землей электроэнергии, которые дают электроэнергию там чуть ли не на весь райончик. Стоматология, потом магазины, дома жилые, все без света. Вчера как-то его подключали, я не знаю, ну типа временно, знаете, но нужно именно как заменять теперь, то ли заменять перебитые кабеля, то ли ремонтировать. На целый день нет света, перед всеми клиентками извинилась, одна уезжает завтра за границу, только сегодня вариант, поэтому я буду держать руку на пульсе, и как только хотя бы временно включат свет, неважно, в 6, в 7, в 8 вечера, мы сразу пойдем делать ей ручки, приводить в порядок, вот такие дела. На сейчас, наверное, использую это время с пользой. Во-первых, приведу себя в порядок, сделаю маску на волосы, на лицо. Викусе сделаю маску, потому что у нее очень волосы поистрепались. Стирка и нажарю отбивных. Нажарю отбивных, пусть стоят, а уже потом дети сварят кашу. Что, Кисюня, дочь встала вареная какая-то. Что ты, зайка? Вчера с утра в 6 утра бегал. Так, у Доти какие-то крайности. Вчера в 6 утра она бегала. Сегодня в 11 еле проснулась. Это зеленоглазка кучерявая. Надо вот сюда и вот сюда понаносить. Ой, давай с тобой сейчас приведем себя в порядок и пойдем пройдемся, купим в твою сумочку вкладыш. Давай.
Да, я уже Викусе довязала сумочку, пойди принеси. Осталось только вкладыш. Ты не хочешь идти никуда? И ноги просто настолько болят, что мне их сжимать вот так вот, подгинать и идти. А чё, напрыгалась вчера? Я не знаю, но мне вот здесь как будто болит. Все, на сейчас я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что смотрите видео. Встретимся в следующем влоге. И спасибо, кто заходит, смотрит.